Закрывай глаза. Сейчас будет сюрприз. Наша девяточка. Хочешь, прямо сейчас открывай. Только собаку не покупай себе, пожалуйста. Всем привет. Доброе утро. Маргуша, не знаю, как тут оказалась на диване. Ты во сколько встала? А что здесь спишь? Пойдем, будите нашу именинницу. Ребята, хотим посоветовать вам канал наших друзей Like Тая. Многие из вас о нем уже знают. Тая очень любит делать крутые слаймы, устраивать различные челленджи. А также Тая делится интересными рецептами слаймов, устраивает конкурсы для подписчиков, еще и делает смешные пранки над папой. Кто еще не видел, заходите на Таин канал, ссылочка в описании. Заходите и подписывайтесь, вам будет очень интересно. Ой, дебузер, она испугалась. Эй, малыш. С днем рождения, малыш. Я уже не малыш. Ты уже не малыш? Сколько тебе годиков исполнилось, малыш? Эй, с днем рождения. Такое. Вот так вот потягушки у нее. Потягиваемся, потягиваемся. Доброе утро. Именинница, с днем рождения тебя. Наконец-то ты дождалась этого дня. Сколько тебе годиков исполнилось? 9? 9? Да? 9 годиков исполнилось. Доброе утро. Доброе утро. С днем рождения тебя. Тебе осталось 10 минут до выхода. Маргарит, ты в пижаме в школу пойдешь? Да. Да? Давай, собирайся. Обувайся. Так, а я вчера испекла блинчики, чтобы Ксюшка в школу отнесла. Тут 24 штучки как раз одноклассникам и учителям. И сейчас я полью немножко шоколадом, буду укладывать сюда, и еще плюс такие вот конфетки, чтобы Ксюша угостила одноклассников своих. Так что буду сейчас поливать шоколадом. Вот такие вот. Растаял. Все, готово. Пока. Да, почему? Чуть-чуть прохладненько, но потом солнышко сейчас согреет воздух. Все, пока. Удачи. Пока. Это вот как у Маргариты. Это Маргарита, как у Маргариты велик. Вот этот прикольный салатовый. Или оранжевый, ярко-оранжевый. Это большие, на вот это 24, 26. Ух ты, какой розовый, большой. Так, велик мы выбрали, нам теперь шлем надо выбрать. Ну это совсем прям для, может, обыкновенный черный, потому что здесь что-то какие-то совсем прям детские. Ну а это не просто пара мини. Или вот такой вот просто с рисунками. Просто рисунки, какие-то сердечки. Так, ну что, купили велосипед, купили шлем. Еще вот один подарочек, сюрприз. И сейчас мы поедем за шариками, за украшениями. Вот, сейчас папа там возьмет велосипед. А вот он уже, велик. И поедем. Так, нам нужны шарики. Какого цвета шарики? Какие колоры вам все еварды глобус? Шарики разноцветные.
Свечка 9. Розовая. А без разницы. Розовая и оранжевая. Оранжевую. Поярче. Наша девяточка. Какие тут еще цвета есть? Черные. Розовый. Ну, в общем, мы золотой выбрали. Мы уже дома, мы тут уже надули шарики. Как раз мне хватило... Мама, я не могу. Как раз мне гелия хватило на 9 штучек. Мама, я не могу. Это тяжело, конечно, тяжело надувать. Они такие тугие. А это кто такой? Это ленточки, сейчас ленточки буду привязывать. Да. Это не кто такой, это что такое? Это кто такой? Такой. Что такое? Я буду сейчас ленточки привязывать и потом... Да. Вон те шарики уже там летают у нее. 2 шарика. Прицепила на обезьянку. Вон обезьяна сидит. Держит шарики. Ну, вот, так что девчонки скоро придут. Через минут 20 они уже придут. Поэтому надо быстренько надувать. Другие шарики тоже. Там тут уже нету гелия. Все. Сейчас ленточки буду привязывать. Да? Все, красиво, мы оставим шарики здесь. Красиво. Красиво, красиво. Ну вот видишь, отпустил шарик. Давай, его нужно. Красиво. Карина. Давай прицепим к пингвинчику. Да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ой. Макс. Happy birthday to you. Вау. Это вы подарочек такой тебе дали? Да. Круто. Блинчики съели? Понравились? Очень вкусные. Очень вкусные. Ну, хорошо. Иди, тебе они сюрприз приготовили. Иди в комнату. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Красиво? Ты мой золотой. Смотри, у тебя все в золотом цвете. Ты же у нас золотой ребенок. Ты же у нас золотой ребенок. Вот тебе все золотого цвета. Открывай, давай, открывай. Хочешь, прямо сейчас открывай. Угадала? Спасибо! Пожалуйста, мой хороший. Я тут хотела, чтобы делать браслеты. Ну вот я мимо прошла, так я думаю, она же этот хотела, только недавно просила браслетики делать, машинку такую. Нравится? Да, очень. Ну все, будешь браслетики делать. Сложно делать или нет? Нет. Видишь, потом здесь нужно... Здесь вот ниточки разные, видишь? Я это тут такое. Отдельно, да, я видела, отдельно продаются тоже. Да. Ну так как у нас еще, закончатся. Да, когда закончатся ниточки, потом можно отдельно покупать. А здесь вот можно смотреть. Угу. Все подделать. Угу. Мы так мотнем. Нужно привязывать, наверное, цеплять вот сюда вот ниточки, а потом крутить. Да, Маргоша сладости подарила. А что это такое? Это Мурахов. А, это что, твоя любимая? Да, но они только немножко побольше. Ага, круто. Вкусняшки. Ксюшины любимые. О, 9 лет. Ого, какие они огромные. Вот так. Очень тяжелый. Кто-то пикнул дверь. Кто-то позвонил? Иди, открывай. Это здесь? Happy birthday! Happy birthday! И все наверх, да? Вот сюда просовывается, да? А потом как? Закрывается вот так? А, вот сюда надо. Вот сюда, а потом вот сюда. Да, точно. Угу. А потом захлопывается. 30 минут осталось. Все, давай. Ты пораньше придешь? Отпросишься сегодня? Ну, хорошо. Скажи, что тебе гости придут. Я... Велосипед у нас здесь стоит, ждет Ксюшу с шариками. Ждем, да? Ксюшу будем ждать. Сейчас Ксюша вернется со школы, мы ей сделаем сюрприз.
Сегодня болелся. Нет, я не хочу сейчас кататься. Потом. Да. Иди ты катайся, давай. У тебя еще одна девяточка теперь. Да? Осторожно, тут конфеты могут упасть. Давай. Садись и закрывай глаза. Закрывай глаза. Сейчас будет сюрприз. Пока нельзя. Раз, два, три. Открывай. Что это? Что это? Это велик? Спасибо. Красивый? Нравится цвет? Мы так долго цвет выбирали. Яна тоже. Мы так долго цвет выбирали. Думали, нравится, не нравится. Красивый? Нравится. Самое главное, чтобы тебе нравилось. Ну давай, пробуй. Давай, пробуй. Поехали. Ну все, теперь все на великах. Привет. Ну что, как? Круто. Ну все, катайся на здоровье. Теперь у Маргариты просить не будешь. Папа забыл у себя в машине шлем. У нас еще шлемы же купили. Угу. У тебя же шлема нету. Он розовый тоже, конечно, не такой яркий, но он розовый. Давай-давай, катайся. Тренируйся. Давайте, поем. Раз, два, три. Прям на торт загораем. Браво! Намазала. Все, измазали, измазали. В нос. Макси! Давай. Давай, крути. Держи. Получается? Да! Да! О май гад! Стой, стой, надо измерить по руке, сколько там нужно. Нет, надо до этой краски. До конца? Да. А, пока вот эта линия не соединится. Угу. Прикольно. Все. Все, мы сделали браслетик один. Еще нормальный. Угу, прикольно получилось. Смотри, можно чуть подлиннее делать. Чуть-чуть подлиннее, до троечки. Ой, как красиво. Что тебе там бабуля подарила? Денюшку? 20 франков? А где твой этот? Гучайн? Гучайн, там тоже 20. Тоже 20 франков? Ну вот у тебя уже 40 франков. Нет. И еще плюс бабуля тебе 200 подарила. 240. Это тебе... только для того же раз. Ну да. Ну это ты пойдешь за игрушками, смотри, видишь? Только 20. 20, а там написано? Да, нет, Катя сказала. А, Катя сказала, что здесь 20 франков. Ну вот пойдешь и купишь. Так что нам нужно узнать, какая будет погода в воскресенье. Надеюсь, хорошая погода. Если хорошая погода, то поедем на аттракционах кататься. Ну просто это надо так ты и все. Я не знаю, если я пойду на Бэфайр. Я не знаю, я возьму. Мы уже давно там не были, уже года два там не были. А мы можем не на Бэфайр? Если ты, по-моему, там 145 сантиметров. Ух ты! 145. А я сколько? Прям как с косточками. Прикольно. Мама, я сколько? У тебя больше, чем 145. На, бабуля просила тебе передать. Деньги. Бабуля сколько просила, здесь? Она прямо сказала, передай Ксюше, не забудь. Она еще когда уезжала в прошлом году, это передала тебе. Просто она говорит, чтобы я тебе на день рождения дала. Все, в копилочку себе. Угу. Только собаку не покупай себе, пожалуйста. Никакой живности, пожалуйста. Давай я куплю мне хомяка. Хомяка?
Где он у тебя стоять будет? Ну, там на полочке с книжками? Конечно. Ребята, хочу сказать всем большое спасибо за ваши поздравления. Да, ребят, сегодня столько было поздравлений, что мы столько никогда не видели, честно, в этом году. Вообще, это что-то. В прошлом году много поздравили, так в этом году это вообще, я не знаю, наверное, в 100 раз больше. В лайки там больше 1000 видео ребята сняли. И то мы даже еще не все просмотрели. Их так много, мы не успели все просмотреть. ВКонтакте тоже посмотрели. В Инстаграме тоже очень много писали в комментариях. Также фан-странички, столько всего. Разные видео, вообще очень приятно. И я тоже хочу сказать всем большое спасибо. Мне как маме это вообще вдвойне приятно. Все, спокойной ночи. Все, пока, ребятки, всем спокойной ночи. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.